восходящего солнца. Утреннее шоу на 104.5. В Екатеринбурге 8 часов 16 минут. Я напомню, мы находимся в кафе «Рок Арсенал» на Чарского, 31. Отсюда идет наш сегодняшний эфир. И на очереди рубрика «Перепел и перепелка». Сегодня в ней уникальный в своем роде коллектив. Уникальный по одной простой причине. Ее я озвучу в самой рубрике. Поехали. Вначале по традиции к автору оригинала. О нем сказали так. «Человек в цветастой рубашке, который обладал детскими качествами и был источником вдохновения для многих, а также личностью, которую невозможно забыть». Мне с ним связана одна интересная история. Мне было 8 лет, когда я поздно вечером, зимой, прогуливаясь со своим другом по небольшому своему городу, проходя мимо ресторана, единственного на то время в этом городе, Чайковский под названием, услышал из-за стекол потрясающую музыку и мелодию, долго тянущуюся гитару, медленный, как я сейчас уже знаю, блюз. Я простоял все время, пока она звучала за стеклами, приложив ухо к стеклу и дослушал до конца. Удивительно было то, что ее музыканты наши, городские, играли вживую. Это был Гэри Мур, композиция «Still Got the Blues». Мне настолько это потрясло, что с тех пор я стал беспременным поклонником блюза и блюз-рок как такового. Ну и Гэри Мур, конечно же. Сегодня он родился, его сегодня день рождения, и он сегодня у нас в оригиналах. Сегодня в оригиналах его композиция под названием «That's why I play the blues». Вот почему я играю блюз. Я правильно говорю? Перевожу на то, думаю. Повспомним, что это такое. Потрясающая вещь. Кто-то знает эту композицию, помнит ее, нет? Да, вот там аплодисменты вижу даже. Спасибо. Антон, мне передали информацию. Оказывается, сегодняшний коллектив играл с Гэри Муром. Сегодняшний коллектив играл с Гэри Муром, представляете? Ребята, стоит поаплодировать. Вот кто бы знал, я бы знал, соломки бы себе постелил, и упал бы на нее на колени и начал бы на вас молиться, друзья мои. Что я, в принципе, и делаю каждый почти что день. Я встаю, вспоминаю имя их, их название. Я ложусь спать и вспоминаю их название. Все по одной простой причине. Вчера, не вчера, на этой неделе, когда мы искали людей, способных сыграть Гэри Мура, я вот, Таня не даст соврать, наш коллега, обзвонили огромное количество групп. Кого-нибудь мы нашли? Кроме этих людей. Вот в этом и заключается уникальность коллектива Blues Doctors. Мало того, что они могут сыграть Гэри Мура, они с Гэри Муром и играли. Сегодня в перепелах Blues Doctors и их версия композиции That's Why I Play the Blues. Друзья мои, вы в эфире, я постепенно умолкаю вам слово. Either blues is here to stay.
it's with me every day. Helps me every time when I fall to the ground and I look around and can't see you around. That's why. That's why I play. Приятно вас всех видеть. Спасибо вам. Спасибо вам, ребят. Подожди секунду, Володя. Подожди, не торопись. Не торопись. Увлекся. Он уже на концерте. Друзья мои, напомню. Это был перепел сегодняшнего дня. Группа «Блюз Докторс» и Владимир Демьянов. Браво. А также, Владимир, представь, пожалуйста, своих коллег еще. Леди и джентльмены, на клавишках Евгений Пьянков. Вот. Антон Страшин, правильно. Так. И Владимир Романович, мы рады вам делать. Вот, спасибо огромное. За это еще спасибо. Ну что, друзья, это был перепел сегодняшнего дня. Группа «Блюз Докторс», Владимир Демьянов. Их версия композиции «That's why I play the blues» Гарри Мура. Оценивать мы не оцениваем, но свое отношение к этому перепелу должен высказать каждый из моих соведущих, ну, естественно, один человек из зала. Прошу, Владимир Александрович. То есть я сегодня первый? Мы не уступаем никому? Нет, ты первый идешь. У нас сидит он, видишь. Понятно все. Кто стоит, тот и главный. Я всегда говорил одну вещь. Слушать блюз в записи, в общем, дело неблагородное. Конечно, блюз нужно слушать живьем. А в исполнении уж таких людей, которые только что играли на сцене, это всегда кайф. Но, Володя, я прошу прощения, что влезу, может быть, не в свою, так сказать, не в свой огород. Я бы хотел, и, кстати, обращаюсь ко всем присутствующим, знаете, кому поаплодировать? Константину Плотскому, звукорежиссеру группы «Блюз Докторс». Уж когда они звучат, так это спасибо Константину. Где он, кстати, у нас? Да, ему отдельная грамота с занесением в личное вот, дело. Вот тот человек в красной майке, а это Константин Плотский. Спасибо большое. Ребят, я не знаю, что оценивать. Все шикарно. Конечно, 5, 6, 7, сколько там насчитаете? Берите, без вопросов. Берите все. Берите все, все ваше. Никаноровы. Спасибо большое. Ну, я уже неоднократно признавалась в любви к этому коллективу. Это абсолютно искренние чувства, глубокие, осознанные. Это действительно любовь. И такое счастье, что вы есть у нас, и что вы никуда не свалили. Хотя я понимаю, что вас наверняка тащат, и любой город будет горд такой коллектив принять. Город поменяет название? Любой город рока, город блюза. Сразу где... Конечно. Оставайтесь, мальчики, с нами. Вы наши короли уже. Оставайтесь. Спасибо вам огромное. Это действительно огромное счастье, что вы
что вы такие, что вы это можете. Супер, спасибо. И прошу реплику из зала еще. Есть желающие? Есть желающие что-нибудь сказать? Петрович, быстрее. Ты всегда быстро говоришь, но медленно ходишь. Я по мере возможности стараюсь быть на всех выступлениях этой группы. И поэтому я скажу, что это супергруппа нашего города, наверное, страны и вообще всего мира. Спасибо, ребята! Блюз Докторс! Прекрасно! Спасибо, Володя Демьянов, тебя только что поставили выше группы «Чаев», «Смысловые галлюцинации» и прочих малоизвестных коллективов этого города. Он смирился! Нет, нет, ты останешься! Еще поиграйте для нас, пожалуйста. Но это уже будет вне эфира. Это будет уже эксклюзивный концерт для тех, кто собрался здесь, в Рок-Арсенал кафе, и тех, кто смотрит нас на нашем сайте rockarsenal.ru. Можете посмотреть, как это все происходит. Да, ну а на волнах 104.5 FM через пару мгновений зазвучит Queen. Леди джентльмены, мы сегодня хотели бы сыграть номер еще одного действительно блюзового отца, Мадди Уотерс, человек, который электрифицировал блюз, именно благодаря ему появились электрогитары в составе блюзбэнда, за что в Чикаго его несколько, так сказать, убили в свое время, в 50-х. Но так или иначе, изобретатель блюз-рока и электрической музыки, в принципе, без которого невозможно были бы ни хэви-метал, ни остальные вещи, это Мадди Уотерс. И сегодня мы сыграем номер с его пластинки, который называется «Hard Again». Номер называется «Он блюзо», появился малыш, его название «Рок-н-ролл». Hey, young people! You know the blues got soul. Yeah, I'm telling you, people! You know the blues got soul. You know blues got her pregnant, and we call the baby rock and roll. Well, Ray Charles told ya, you know the blues got soul. Well, Mighty Waters told ya, you know the blues got soul. Yeah, the blues got a baby, and they call that baby rock and roll. Soul. Well, Charlie Hugan told you, you know the blues got soul. Well, blues had a baby, and they call that baby rock and roll. Сегодня утром в кафе «Рок Арсенал». Потрясающе! Следующий номер называется «Йоу Блюз Доктор». Это номер нашего коллектива. Так что, друзья, несмотря на ранний час, присоединяйтесь к нашему шоу.
джентльмены, если вы хорошо себя чувствуете, скажите «Yeah!» When you're sitting lonely, feeling down and out, heart is broken to pieces and feet can't catch the ground. Call the doctor, call the blues doctor, baby. No matter if it's heartache or any kind of pain, blues doctor makes you feel better, baby. Группа Blues Doctors. Сегодня утром здесь, в кафе «Рок-Арсенал» на Черского, 31. Ох, давненько мне так не было хорошо по утрам. Спасибо вам, друзья. Я пошел за соломкой. Дальше на вас молиться.
Спасибо большое.